No, mä olin siitä iloinen, että meidän ryhmä sen oli löytänyt. Ja... Mutta aivan siis olin ymmälläni, että miksi mulle ei ollut kerrottu ja miksi Brytkov on nyt pidätetty. Хотел с вами поговорить. У вас сигарет не будет? Извините, не курю. А там был вот в лагерь приехали, там оставался сын, брат у меня, ну, мужчина. Все там, как бы нормально, сначала мы даже... Да? Да-да. Вот он, слава богу. Ну, вы знаете, что ну, вас могут просто посадить. Ну, это потому что... Двигатели они на кого не списывали. На себя берете? Да, возьму на себя. Кто-то двигатель снял? Ну я же не знаю кто. Рома, я выбросил. Лично вы? Да, я выбросил. Вот его задерживали. Двигатель этот остался сейчас там на берегу, допустим. Да. Потому что пролежав 50, более 50 лет в воде, поднимаем на воздух, идет активное окисление металла. Вот. Но дело в том, что этот двигатель нужно сейчас консервировать. Missähän se Gary on, ja me oltiin molemmat niin kuin huolissamme siitä. No sitten Kotmanin kanssa päätettiin tietysti mennä sinne. It was very exciting to see the aircraft. It was in excellent condition, really, really beautiful, remarkable aircraft. Se oli hieno hetki kyllä. Ikävä tuli isä, joka oli kuollut just 3 kuukautta aikaisemmin.